Добрый день. Город Бендеры. 14 февраля 2017 год. 9 часов 41 минута. Этот ролик я решил снять специально для моего зрителя. Для Виктора Шевченко. Давайте пойдемте. И... покажу вам город, как он есть. Улица Бендерского, Восстания. Ремзавод. Вот здесь когда-то была проходная в свое время. Вот как... в каком все состоянии. Вы сами видите, прекрасно, без меня. У нас достаточно холодно сегодня в городе. Примерно где-то минус 7. Ну а я... вот здесь когда-то было... были отделения банка. Сейчас их нет. Закрыли. Вот в таком вот все плачевном состоянии. Тут даже вот окон нету. Чуть ли не дверей. Ужасно. Вот здесь автозаправка была когда-то. Везде кругом одни заборы. Автостоянка здесь. Так. Вот наши троллейбусы, любимые. Уже многими всем. Что тут сейчас? Вот для этого завода, в этом заводе. Смотрите, даже... ужасно. В таком плачевном все состоянии в городе. А сейчас я... дойду до нашего училища городского. До 52-го. Знаете, мороз у нас такой хороший, что я вон вчера делал целую чуть ли не какую-то прощальную гастроль по Кишиневской,
А вот назад я буду идти, хочу по улице железнодорожной пройти. Тут она соседняя, эта улица. Ну, я думаю, все у меня получится. Правильно? Так. Ну что? В мороз, конечно, снимать не очень так и приятно. Но что для зрителя не сделаешь? Снимешь все, что надо и не надо. Вот у нас идет уборка улиц города. Как видите, у нас хоть какое-то предприятие, но работает в городе. Это наши остановки городские. Что у нас тут все позамерзало. Даже я. Пятьдесят второе училище. По улице Бендерского восстания. Вообще у нас тут, если вообще взять улицы, то вот как бы Бендерского восстания, Старого, Клянга, Железнодорожный, это все как бы было одно событие городское. Восстание железнодорожников было. У нас здесь и памятник по за привокзальной площадью Бандера 1. Такая черная стена. Там производился расстрел. Железнодорожников. Говорят, из 10 человек, вот если были родители богатые или родственники, то выкупали. А так тяжелое было время, это у нас послереволюционное. Так.
как вы видите, в городе очень развита сеть такси. Такое количество, что иной раз даже сам путаешься, это городское такси или нет. Ну все, пойдемте дальше. О, как раз улица. Так.
Так. А вот здесь был когда-то продуктовый магазин. Назывался он у Татьяны или Татьяна. Тут даже слух ходил среди наших любимых пенсионеров, что хотят тут шериф построить. Но, видать, кто-то рядом жил. И кому-то это хотелось. А так, все в принципе, как оно и есть. Вот я возле теплосетей городских. Ох, видите, тополя высыхают. Еще чуть-чуть и их не будет. А что, что? Что ты говоришь? А? Да не, мне там где поменьше людей и машин. Все-таки я для фотоальбома. Ну давай, если хочешь. Напротив теплосетей будешь. Хорошо? Вот так вот мы живем. Кто-то хочет себя сфотографировать, а кто-то не хочет. Скучно жить стало. Так. Ну, в общем, улица Бендерского восстания продолжается дальше, а я заканчиваю свое сегодняшнее видео. Я бы мог пойти дальше, но я как бы уже кое-где снимал. Пойдемте. На этом
Все. Большое всем спасибо. Город Бендеры. 14 февраля 2017 год. 10 часов 3 минуты. Нередко встречаешь в городе такой конвой.